Доброе утро, девочки мои. Я смотрю сегодня в окно и не могу своим глазам поверить. Ой, какое голубое небо. Даже видно, там самолет летит. Абсолютно ясная погода. И я думаю, какая-то аномалия. Должен быть тогда ветер. Но нету ветра вообще. Вообще нету ветра. Плюс 5 градусов. Или даже плюс 4. Как-то странно. Птички поют, но не так громко. Как-то так чирикают они себе там потихонечку. В общем, короче говоря, меня, честно говоря, радует очень такая погода, но она меня настораживает немножко. Интересно, к чему бы это? И, кстати, ясная погода у нас по прогнозу 3 дня должна продержаться. Ну, будем радоваться сегодняшнему дню. Классно. Девочки, специально заглянула сейчас в Яндекс.Погоду. И, в общем, на самом деле у нас как минимум 3 дня продержится такая погода. И плюс, завтра будет плюс 6, потом плюс 7. Ну, сегодня плюс 4 днем. А небольшой минус будет ночью. Но самое главное, совершенно ясная погода, безоблачная. И в феврале, вот в середине февраля такая погода. На самом деле у нас в Ростове это большая редкость. У нас температура такая может быть, но обычно всегда она сопровождается какой-то облачной погодой, там пасмурно, либо дождь, либо ветер, либо что-то, какие-то осадки. Ну, чтобы вот так вот ясно и тихо, и тепло, не минус, не мороз и солнце, а плюс. Просто как-то вот странненько, да, мне кажется, непривычно, необычно, мне кажется, погода сошла с ума. Но это радует, с другой стороны, хотя немножко настораживает. И когда утром просыпаешься, открываешь занавески, а там, о, какая красота, вот это вот просто чудо. И хочется петь, и плясать, и хочется что-то делать сразу. Хотя я вчера думала, ну, сегодня сделаю себе выходной, ничего не буду делать. Утром только смонтирую видео, я сегодня ночью проснулась рано. И уснула вчера вообще, рано вырубилась. В 8 часов я уже вырубалась, в 9 я выключила телевизор. Полвторого я проснулась, смонтировала видео, в 6 утра я легла спать. И вот сейчас проснулась уже 10 часов утра. Вот, так что вот, мои дорогие, я сейчас думаю, у меня прям сразу так вот настроение приподнято. Я думаю, что б такое? Хочется, во-первых, обязательно выйти на улицу. Я вообще не планировала сегодня никуда идти. Вот, ну, планы постоянно меняются, так что я так думаю, что сейчас я по-быстренькому проверю видео. Пока это буду я все делать, быстренько стирану белье, повешу, хочу на солнышко. Вчера еще не стала стирать, потому что, ну, обстоятельства были другие, и дождик шел, и все такое. А сегодня прям хочется его повесить за окно, чтобы оно там поболтыхалось под солнышком, повисело. Ну и самой хочется тоже выйти на улицу, прогуляться по такой погоде, под солнышком пройтись. Вот, так что не будем терять ни минуты. Сейчас я быстренько запускаю стирку, проверяю видео. И, в общем, позавтракать еще надо. И, в общем, буду собираться, буду на выход. На выход мне уже прям хочется выйти, пройтись. Ну вот я и вышла, девочки, на улицу. Ой, на улице прям благодать. Классно. Ветра нету, тихо. Хотя там вот где-то за углом, вышла из-за угла, там подул ветер. Ну, он так периодически дует, не дует. Но в основном тихо, так классно. Небо чистое-пречистое, голубое-преголубое. Я не знаю, я вам сейчас покажу попозже. И, знаете, такое веяние весны. Я смотрю, кто-то уже во дворе вышел машину помыть. Откуда-то запах шашлыка уже доносится. Кто-то шашлычок делает. Ну, сегодня выходной день и, собственно говоря, классная погода. Поэтому я думаю, что многие люди сегодня... повылазят из дома для того, чтобы провести время на свежем воздухе. Но я смотрю, льдинки на лужах есть. Поэтому в тени все равно неизменно плюс 4 градуса. Хотя на солнышке, у меня уже солнышко в окошко начало светить. На солнышке плюс 10 показывает. Ой, классно как. Чудненько. Покажу я вам сейчас и небо, и все. И вышла прогуляться, не знаю, думаю, посмотрю сейчас, что-нибудь куплю, может быть, так, сделаю круг,
по воздуху, кайфово, покайфую. Вечно зеленые растения. Смотрите, какое небо голубое-приголубое, девочки, какая красота. Абсолютно чистое небо вообще. Ни облачка нигде нету. Просто-просто чудо какое-то. Чудо какое-то в середине февраля у нас, представляете? Птичек я слышу. Птички, да, птички чирикают. Радуются солнышку. И я тоже радуюсь солнышку. В общем, классно, классно. Вот здесь уже ветерок подул. Дует ветер со стороны севера. А я хочу сейчас пройти до мини-рыночка, вот там, где рыбу у нас свежую продают. И вот сегодня уже мне ничего не мешает купить рыбку и пожарить. Хотя бы чуть-чуть. Просто прям уже хочется. Смотрите, какая красота. Какая красота, лепота. Просто глаз радуется. Дождалась. Я буквально вот когда, вчера снимала, да, и говорила, что все хорошо, когда мы с Настей шли на тренировку. Я говорю, все хорошо, тепло. Вот только солнышка не хватает. Выглянуло бы солнышко. И оно меня услышало, солнышко взяло и выглянуло. Ну, классненько. Ну, вообще красотища. Решила спуститься сюда, пройти немножечко по этой тропинке. Здесь, правда, еще не просохло. Как-то вот грязь чувствуется. Я сейчас по травке пойду. Вот он наш интернат, такой солнечный. Ой, какая класс, классная погода. Вообще хотелось бы даже, знаете, вот если у кого-то частный дом, есть двор, выйти во двор, посидеть там, не знаю, я не знаю прям. И, кстати говоря, от шашлычка бы даже не отказалась, вот так вот во дворе в своем собственном шашлычка замутить. Вот такая погода, она как раз таки и шепчет. Что-нибудь взять и сделать такого эдакого. По крайней мере, какая-то энергия появилась, что-то хочется делать. Ну вот я приближаюсь уже к вот этому мини-рыночку. Сейчас что-нибудь посмотрим. Чем-то хочется себя порадовать. Свежая рыба. Класс. Девочки, это что, это ландыш? Нет. Это подснежники, наверное, или ландыши? Что это за цветочки? Я сейчас узнаю. Да, то были подснежники, 100 рублей букетик. А вот я смотрю, фиалочки. Такие красивые. Такие лапочки маленькие. В общем, купила я рыбу зеркального карпа. Купила 270 рублей килограмм. И я взяла целенького такого, небольшого, среднего, в общем. И все. Сейчас пойду через дорогу и в обратном направлении пойду уже по той стороне. Там как раз зайти надо в банкомат мне еще. Забыла я, что наличности у меня мало. Ну вот как раз рыбу взяла за последнюю наличность. Хочу зайти сюда в банкомат, снять наличность, чтобы можно было в ларьке там где-то что-то покупать. Вот сейчас уже я все сделала, кстати, вышла. Иду по своей любимой аллейке. Думаю, надо идти прям медленно. Хочется насладиться вот этим кайфом. И я смотрю, сразу уже видно, как травка позеленела там в некоторых местах. Уже даже какие-то насекомые летают. И я вовремя, кстати говоря, вчера повесила сетку на окно, потому что уже и мухи-то у нас появляются. Уже есть мухи, да. Вот, так что сеточка как раз кстати. Пойдемте посмотрим травку. Я как будто первобытный человек. Травку никогда не видела. Но мне прям хочется ее поближе посмотреть. Потому что мне ее не терпится уже увидеть. Ой, девочки, кайфую. Вы не представляете себе, как я кайфую. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною, сеник там летит. Смотрите, какая травка. С
свеженькая такая, молоденькая такая юная травка. Кайф, кайф. Вот у нас люди кормят голубей. Но у меня нету хлебушка. Я бы им тоже хлебушков насыпала. Ну, посмотрим, как они кушают. Ой, хлеба щедро. Тут, наверное, весь дом. И, может быть, не один дом несет. Кормят голубей. О, кормушка какая у них. Класс, класс. Резко пошла, они взлетели. Надо было медленно идти, но далеко не улетели, обратно вернулись. Ой, как я кайфую. Я прям не знаю даже, как передать словами свое состояние счастья. И хочется на солнышке подольше побыть, даже, может быть, чуть-чуть позагорать. Было бы неплохо постоять вот так. Не, было бы лучше посидеть, но у нас тут лавочек нету на солнышке нигде в округе. Вот беда. И вот тут уже травка зелененькая. Вот такое вот небольшое поле с травкой. Ну, это такая многолетняя трава, которая вот вылазит, как только потеплее, сразу раз, и вылезла. Кто-то уже просто разделся. В спортивном костюме парень идет. Ну, молодым им все равно, мне кажется, особенно если спортом человек занимается, бегает, то и можно. Они-то закаляются. Но я, честно говоря, не рискую сейчас раздеваться, потому что ветер, если подует, он прям холодный-прихолодный, ледяной. О, какое небо, да? Здесь везде чистое голубое небо. Класс. Хорошо бы, если бы подольше еще подержалась такая погодка, чтобы просто получить удовольствие. Сегодня выходной день, машин немного. Да и людей как-то вроде даже меньше, чем в будние дни. Ну, может быть, дела домашние, заботы. Но все равно многие повыходили просто прогуляться. Идут прогулочным шагом и не торопясь. Ладно, девочки, не буду вас забалтывать. Иду потихоньку домой. Вот какой у меня сегодня, девочки, улов. Зеркального карпа поймала на рынке. Вот такой вот он. Ну, я взяла зеркального. Во-первых, я карпа люблю, и потом меньше чистить вот этой чешуи. В общем, 270 рублей килограмм. У меня вот этот карп вытянул на 325. Все, сейчас почищу, буду жарить. Все, рыбка моя дожаривается, и скоро я буду ее кушать. Ура! Потом буду отдыхать. Смотрю, солнышко садится. Решила подснять для вас закат. Белье уже вылезло, белье снимать. И решила посмотреть на закат. Красное такое круглое солнышко садится. Вот и все, день закончился. Доброе утро, девочки мои. На градуснике плюс один пока. Но солнышко с утра уже вот поднимается. Вот это такой у нас рассвет. Вчера был закат красненький, сегодня красненький рассвет. Ветра нету совсем. Классно, как у нас там. Дымка у нас там сзади, на горизонте дымка. Вот такие вот красные дома. Солнышко освечивает в домах. Но небо чистое, абсолютно чистое такое небо, ясное. Абсолютно ни одного облачка нету, ни одного. Птички пока еще не проснулись, пока что помалкивают. Ой, ну классно. Тихо, тихо, классно. Ой, свежий воздух, кайф. Девочки, вышла я из дома, решила выскочить. Ну, в халате, я халат на тунечку одела. За мусор выбросить, с одной стороны. И с другой стороны, мне просто любопытно ощутить, как на улице, тепло или не тепло.
Ну, вообще хорошо на улице. Прохладненько, конечно. Ветерочек дует. Чувствуется, вот есть ветерочек. А если бы ветра не было, было бы просто супер-пупер замечательно. Вот, так что... Вот если где-то в закутке стать, просто классно, кайфово. Небо чистое-чистое, вообще ни одного облачка нету. Но сегодня у меня нету планов гулять, потому что скоро мне должны привезти Настюшку в гости. Она ко мне ненадолго, на несколько часиков приедет. Поэтому я дома, я жду внучку. Вообще во дворе вот так вот кайфово. И небо, смотрите, какое голубое-голубое. Классно. Классно, классно. Вообще совершенно чистое небо. Кто-то сидит на лавочке, загорает уже. Ну, я иду домой. Всем доброй ночи, девочки мои. День прошел. Но я уже поспала, уже проснулась, уже 4 часа утра следующего дня. В общем, планы опять поменялись у моих ребят. Я ожидала вчера Настю и... Планы поменялись. В общем, Настю мне не привезли. Поехали они сразу домой. Вот. Ну, а так как у меня день начинается рано, он у меня рано и заканчивается. В общем, в 3 часа мне сын сообщил, что у них планы поменялись. И поэтому я вчера планировала это видео закончить вместе с Настей. Но у меня, соответственно, планы тоже поменялись. Но сегодня я проснулась. Я вчера рано очень уснула. Сегодня проснулась, и у меня вот лежу такие мысли. Думаю, солнышко. Я вчера, кстати, посмотрела новости по телевизору. И оказывается, не только в Ростове у нас потепление. Идет потепление вообще вся европейская часть России. И во многих городах солнышко, и ранняя весна, как будто март на улице. Но на самом деле так. И вот несколько дней продержится, по крайней мере, такая температура. Но я посмотрела по прогнозу, у нас сегодня еще на 1 градус, завтра еще на 1 градус. В общем, до 9 градусов тепла будет. И у меня сегодня уже, знаете, вот такой вот подъем, весенний такой, знаете, подъем, когда хочется уже какой-то гардероб достать другой. Я думаю, о, сейчас я залезу в гардеробе, покопаюсь, какие-то другие вещи хочу одеть и куртку хочу другую, уже и куртку другую хочу, джинсы, кроссовки хочу. Ну, шапку все равно нужно носить еще, потому что, ну, у меня, например, уши – это слабое место, поэтому... А шапку хочу другую купить, немножко полегче, какую-то такую, ну, не трикотажную, а такую, как легкую, в общем, легче. Вот, в общем, короче говоря, такая куча идей, такие, знаете, вот уже хочется питание свое подкорректировать, хочется зарядку начать делать. Тем более я посмотрела видео дочки, там, где она уже гимнастику показывает, делает. И, в общем-то, я думаю, опять не хочу ничего заранее загадывать, но есть такие вот, такое желание, такой есть уже порыв, знаете, вот солнышко, оно все-таки вдохновляет, да. И уже появляется солнышко, когда только первые признаки весны уже, и уже вот хочется каких-то перемен, что-то хочется поменять, и одежду, и какие-то идеи появляются, и что-то вот в своей жизни хочется, каких-то перемен, что-то, знаете, весна, она как возрождает, начинает расцветать у нас цветочки, листочки, зелень появляется, птички поют. И в своей жизни тоже хочется каких-то перемен, хочется как-то обновиться, что-то такое вот сделать для себя. И, ну, то, что касается меня, я думаю, что я уже сегодня буду выходить на улицу. Если погода не поменяется, такая же будет, ветер, если не усилится, то я все-таки залезу в весеннюю свою такую вот цвета пыльной розы, моя курточка вот эта любимая, и кроссовочки хочу, и джинсики одеть. Вот, ну, в общем, короче говоря, такие мысли. Я думаю, что пока пошусь я в своем гардеробе, ну, это я уже, я не буду вас туда засовывать в этот гардероб. В итоге вы все равно увидите, что я выберу, что я одену, будете смотреть. Ну и, в общем, я в своих планах сейчас делиться пока не хочу, потому что
Я склонна к тому, что я могу передумывать, знаете, вот у меня такое, сначала думаю одно, потом передумала другое, поэтому заранее вот уже не хочу ничего говорить, вы все увидите сами, поэтому вы оставайтесь на канале, ждите следующих видео и будете смотреть, что у меня будет меняться. Но обязательно что-то будет меняться, потому что весна меня навсегда вдохновляет на какие-то новые подвиги. Что-то хочется такое эдакое сделать. Но это я пока подержу в секрете. Интрига небольшая для вас. Ну а также хочется чаще бывать на улице, чаще выходить и снимать на улице, когда хорошая погода, солнечное, прекрасное, настроение такое же солнечное, прекрасное. Вот, поэтому, девочки, вот такое коротенькое видео у меня сейчас получилось. Я хочу сейчас, пока у меня есть время, его смонтировать и уже с утра начать снимать новое видео и уже новые свои какие-то идеи вам показывать. Поэтому подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте лайки, кто еще не поставил. Пишите комментарии, если кому есть что написать. И все, девочки, на этом я заканчиваю вот это видео и уже с утра начнем новое. Всем пока-пока!